Здравствуй! Тебе понравилось рисовать? Я тебе предлагаю сегодня заняться тем же самым. Только будем рисовать машину. Для этого нам понадобятся вот такие фигуры. Найди фигурку с круглым вырезом. Вот так. Обведем внутри круги. Один. Два. Два круга – это два колеса. Теперь будем рисовать кабину и кузов. Нам понадобится вот такая фигура с вырезом в виде квадрата. Положим фигурку вот сюда. И обведем точно так же внутри. Один. Два. Три и четыре. Четыре квадрата. Над этими четырьмя квадратами нам понадобится еще один. Мы нарисовали практически всю машину. Нам осталось нарисовать только стекло водителя. Им у нас будет служить такая фигура с вырезом в виде треугольника. Положим ее вот таким образом и нарисуем стекло. Отличная машинка у нас с тобой получилась. Пока ты ее можешь раскрасить, а я буду ждать тебя на следующем занятии. Пока!